Тепло во всех домах. Проинспектировать старт отопительного сезона приехал лично министр ЖКХ Геннадий Темник. И областные городские чиновники отчитались: в Харькове все спокойно. К отоплению подключены абсолютно все дома, причем в рекордный срок. В Харьковской области отопительный сезон начался организованно, слаженно, конструктивно, без всяких непредвиденных ситуаций. И во все 6138 домов мы включили 10 числа. В настоящее время продолжается работа по регулировке систем. Со всеми новое мнение по поводу подготовки к отопительному сезону в доме по улице Тонкопия. Местные жители, и они не одиноки в этом, не могут порадоваться не только наличию отопления, но даже горячей воды. Отопления нету, 2 дня не было горячей воды, в понедельник и вторник совсем. Видите, из носа течет все время. Спать невозможно, холодильник. Одеваюсь вот тогда и сплю одетый. И все. И все так, весь дом так вот. Пытались обогревателями, но включают все, поэтому выбивают свет. Ничем не греемся, одеваемся теплее. 4 года подряд в этом доме холодные батареи. 4 года. Жаловались, писали. Тем не менее, батареи холодные. Около дома разрытия. Коммунальщики подтверждают, отопления нет из-за аварии, однако справиться с ней не могут уже не первый день. Что снова противоречит отчетам чиновников перед министром. На заседании убеждают, аварии в Харькове ликвидируются так быстро, что и других научить могут. Во всех коммунальных предприятиях подготовлена вся необходимая техника. Имеется необходимый запас ремонтной техники, материалов расходных, есть высококвалифицированные специалисты, мы готовы доложить, что если аварии возникнут, они всегда есть, были и будут. Мы готовы в краткий срок локализовать любую аварию, которая есть. Министру отчет нравится. Говорит, надо не стесняться и хвалить коммунальщиков. И понимать, что моментально в больших городах отопление не включается. Но есть большая инертность, особенно больших городов, где запуск происходит от 7 до 10-12 дней. И об этом надо объективно рассказывать людям, они должны понимать, что это не как в квартире, что зажег фитильчик и через 5 минут уже батареи теплые. Однако больше отопления министра интересовало, как много газа удалось харьковским властям сэкономить при переводе ряда котельных на палеты и уголь. Харьковчане отчитались 5-7%. Министр напомнил, Янукович требует довести эту экономию до 1/3 потребляемого объема. И дальше разговор уходит к теме расчетов за газ. Харьковские чиновники пожаловались, если бы правительство вернуло бы им разницу в тарифах и компенсировало субсидии, у региона и долгов бы не было. Что им ответил министр, неизвестно. Дальше решено было продолжить разговор без журналистов. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».